Всем огромный привет, Икея, распродажа, смотрите, распродажа, куда ни посмотри, везде распродажная цена. Ну что, начнем распродажу смотреть. Распродажа длится с 26 июня по 25 июля. Часть, которую я просмотрела уже, надеюсь, вы видео тоже просмотрели. Есть, конечно, и интересные экземпляры, есть и на то, что не скинули, хотя я ждала. Но это что-то сугубо мое мнение и мои ожидания. Тут получается всякая мелочевка, салфетка бумажная. Спрашивали меня в одном из последних видео, что тут такие за салфетки дорогие. А я там, по-моему, показывала все бумажные салфетки. Самар 2018, это у них такая вот обновленная версия этого года. И очень много таких ярких деталей, в том числе и бумажные салфетки. Плечики для дома, улицы, цвет зеленый, 49 было, стало 39, 4 штуки. Это вот такая вот пластмасса зеленая. Так, чехол на подушку 50 на 50, 79. Вообще вот распродажа мне открывается столько товаров, каких я обычные дни не видела. Ящик с крышкой 99, но раз с крышкой. А, это вот этот вот. Ну ладно. О, удлинитель трехместный, 1,5 метра. Упаковочная коробка 99 за 2 штуки. Собираем сами. Подушка на стол. Кстати, телефон у меня, как говорит, это распродажа, и такой не фокусируется. Вот, синий цвет. Плед. Простыня банная 100 на 150, 400 рублей вместо 700. Они как серые и бежевые такие есть. Коврик для ванны 400 рублей. Недавно только коврики были, и вот, пожалуйста, их уже запустили в эту распродажу. Домашние тапочки 99 рублей. Кто вообще в Икее тапочки покупал? Сковорода 800. Икея. Посуда самая интересная. Она тяжелая. Чугун, кстати сказать. Ой, или я не то сказала? Нет, это не чугун. Извините. Это нержавеющая сталь, покрытие тефлон. Что тут интересно много в посуде вообще распродажи? Посмотрим, еще одна сковорода. Степка 129. Легкая. Обычная. Антипригарное покрытие. Сантиметров 999. На грильные, так, сковорода, гриль нету тоже, ни на одну. Распродажи нет, нет. Ножи, 2 предмета. Вок, сковорода, она, по-моему, тоже без распродажи идет, да, поэтому
Мы здесь проходим, уходим и идем в сторону желтых ценников смотреть по выгодной цене товары. 169 блюдом. Ну, это просто лучшая цена. Это как бы не распродажный вариант. Поэтому проходим дальше. Вилка для гриля. О, да. 149. И вот оно. Такой вот 300, 249, и вот за 500 рублей. Кому ценник? Видимо, это большой. Я надеюсь, что это большой. А может, и небольшой. Не, мало интересного. 149, банка с крышкой. А мы ее смотрели в одной из комнат в самом первом видео. Это вот они. Здесь такая матовая вставка, чтобы не скользило. Стекло и крышка. Две штуки за 99 рублей. Тоже в стиле той баночки, которую только что показывала, только здесь не стекло. Оставила 149 рублей. Контейнер. $399. Еще один контейнер. Так стоило 599. Насчет этой подставки для ножей в Хофе была такая акция, где вот такая подставка была с ножами, по-моему, штук 5. Ну, 3 точно было. И цена была куда интереснее, там, по-моему, 64 рубля было. Так что в сравнении все познается. Кстати, пока здесь вот гуляю, очень много народу там, все выбирают, что-то там приценивается, очень многие сравнивают с Хофом. И некоторые даже отдают предпочтение, что нет, давай это купим в Хофе. Хотя все так вот, все-таки вроде как Икея интереснее всегда было. Но для кого как. Так что в Хоф надо тоже наведаться. Возможно, и там тоже интересные цены, какие-нибудь скидки. Просто как-то тоже, если сам разговариваешь, спрашиваешь, ты как-то Икея больше всех на слуху, нежели чем магазин Хоф. Сушилку тоже где-то проходили, 159 рублей, она пластмассовая, легкая. Здесь есть и для тарелок, и для ложек с вилками. Так, ну на эти изделия нету. Коврики синие. Что-то сегодня цвет настроения синий, 149. На посуду тоже я сильно не вижу вот этих вот ценников, что была распродажа. Так, кое-где перечеркнули. Про посуду, про салфетки, в общем, про все это дело. Нет сильной распродажи, такой явной. Я, кто вот меня давно смотрит, всем твердила, что хотела вот такие наборы приобрести, тоже ждала распродажу летней. Ни на один пока не вижу, чтобы скинули хоть немножко. Потом пойдемте посмотрим этот красивый цвет, очень мне нравится. Такой прям насыщенный. Мне 1800 стоит данный набор. 18 предметов. Ну ладно. Тут также все как в обычном режиме. Ну, разве что тарелка глубокая по 99 рублей в одной из комнат, которые я снимала. Это была обычная белая тарелка. 23 сантиметра у нее диаметр.
так хотя бы поштучно. В принципе, темный тоже нравится посуда. Но диетологи советуют кушать из голубой. Миска 99. Да, да. 99. Это кружка без ручки, просто как в виде стакана, просто плотное стекло. 6 штук стаканов. 249. Салфетки 49. Столовый набор 16 предметов. Это у нас что? Это у нас мопсик. Так, на этой сервировочной миске данное видео заканчиваем. Переходим в следующее. 29 сантиметров, цвет синий. 1300 вместо 1700. Да. Тут рядышком. Кстати, в детском отделе пропустила. 99, 6 штук вместо 29. Это для детей, оно такое плотное, которое не бьется. Пластмасса, что-то про нее пишут. Вот, полипропилен. Разные цвета. И на стаканы тоже 99. Вот. Ну все, теперь точно пока-пока-пока. Еще обязательно увидимся.